Ко мне вот подходила масса народа, которые не с протестующими, но которые там почему-то гуляли. Как они говорят, да я решил друга навестить здесь. И, знаешь, он решил навестить друга, а колонна-то это движется, я тебе говорю, там энное количество станций метро они проходят за эти часы. Вот. И он мне такой говорит, ты понимаешь, мы вообще против. Нам сказали бы... Нет, даже не так. Нас попросили не выходить в поддержку Путина. Но когда попросят, мы им всех, там было другое слово, наваляем. Слово на букву «П». А заканчивается с «Дим». Мы их всех отдубасим. Потом он такой на меня смотрит и говорит, а вас нет, вас не будем дубасить. Вы же иностранец, мы еще со времен Советского Союза к иностранцам относимся уважительно. Я думаю, боже ты мой, наконец-то украинцы стали здесь иностранцами, даже вот в таком подтексте. То есть поддержка у президента есть, силовая, и в том числе среди президента России, в том числе и среди рядового состава, рядовых людей, какие-то казаки есть. То есть то, что называется у нас... тетушками, в случае чего оно может быть применено. То есть это тоже нужно осознавать. А что касается тех, которые вышли на протест, кто это? Это в первую очередь образованная часть общества, высшее образование в большинстве, люди, которые занимаются мелким или средним бизнесом, много молодых людей.